Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, у нас сегодня новое событие, друзья. И это событие у нас посвящено Хэнку Пиму. Так, вначале я здесь заберу награды. Давай сюда. И вот здесь. Так, ну что, у нас будет событие. Так, команда Хэнка снова отбивается от врага. Слушай, награды. Награды неплохие, между прочим. Так, в бой. Купить энергию. У меня энергии нет. А, ну да. Оказывается, у нас была энергия общая с Шури. Понятно. Хэнк — это новый, ребят, персонаж, который вы видели буквально недавно. Альтрон снова взялся за свое и опять перехитрил меня. Кошмар повторяется. Что он успел скачать? Невозможно качать, казать точно. Я сумел его отключить, но лишь временно. Он найдет снова способ проникнуть в нашу систему. И что будем делать? Нельзя позволить ему снова взломать нас. Мы даже не знаем, что он уже успел натворить. Надо найти других наемников и допросить их с пристрастием. Это такая вот команда. Честно говоря, я думал, что Пим будет с командой пимтехов. А он... Странно. Значит, у нас будет здесь новая команда образовываться. Что я могу сказать? Ладно, давай посмотрим, что этот парень вообще может. Это Хэнк Пим, боец поддержки из команды Иллюминати. Хэнк лечит своих союзников и защищает их барьером. Без него в космическом испытании команде придется туго. Если рядом с Хэнком стоят двое любимых других бойцов из Иллюминати, он не позволяет врагам получить регенерацию и блокирует попытки замедлить его союзников. Ну, давай посмотрим, что вот это за удар. Так. Ничего себе. Ну, наверное... Добьем ее. Бум-бум. Пощечин там надавал. А тут ракетами тут даже не обсуждается. Так, Росомаха, да? Ну и куда ты? Ну куда ты пришел? Локтем, на-на. Угу. Муравейский герой. Так. Давай посмотрим, что это такое. Ключи. Игрушечный танк. Давай сверху еще. Ну мы поняли, да, ребят? Помните, они могли уменьшать машины там, все прочее-прочее, а потом их увеличивать. Так же, в принципе, как и сами. Такой удар легкий под дых. И добиваем. А мне удалось получить кое-какие сведения от наймитов Альтрона, пока они не потеряли сознание. Доктор Пим, Хэнк, тебе бы выдохнуть немного и успокоиться. Я понимаю, что с Альтроном у тебя связаны не самые приятные воспоминания. Не самый приятный. Рид, тебе не доводилось создавать искусственный интеллект, который угрожает уничтожению всего человечества. Я несу ответственность за все действия Альтрона, и с каждой микросекундой он строит новые планы. У меня нет времени, чтобы выдохнуть и успокоиться. Значит, придумаем, как найти время. Так, и награды получим. Но половина... Да, ребята, плащ у меня прокачан полностью. А вот эти, по-моему, пригодятся мне. Они у меня вроде как не докачаны. Вроде как. Сейчас мы... Ну, не сейчас, потом посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас будет за второй этап награды. Вот эти штуки мне очень нужны, ребята. Их нужно мне много. Так, в бой. Сколько тут? Раз, два, три, четыре. Еще четыре события. Четыре этапа.
Эй, доктор, а гляньте на радары, очередная свора роботов-убийц на подходе. Слишком прямолинейно. Это не свойственно Литрону. Он действует умнее. Тут какой-то подвох. Может, это как-то связано с недавним появлением тут нашего коренастого и дурно пахнущего друга из параллельной вселенной? Ты кого назвал дурно пахнущим, Старк? У меня высокоразвитые чувства. Ты сам-то когда в последний раз свой костюм в химчистку сдавал? А, может, это как-то и связано, а может и нет. Альтрон играет с нами в многомерные шахматы. А у нас пока что нет другого выбора, кроме как играть с ним и надеяться, что разгадаем его стратегию. Слушай, как-то эта команда на иллюминантов не очень сильно похожа. Давай честно. Пим. Это доктор из фантастической четверки. Росомаха. Какие они к чертовой бабушке иллюминанты? Ну, я не понимаю вообще. Ну, согласись. Вот он круто делает, что он сразу барьер снимает с них. Это вообще шикарно. Можно посмотреть вот этот удар? И все? Это просто обычный апперкот? А этот, походу, дело как идет на помощь автоматически. Так, прислужники Альтрона тут получают. Давай-ка вот этого звезданем. А, в троих? Омега еще прискакал здесь. Кто бы сомневался. Блин, у него две защиты от смерти у Омеги-то. Надо вот этого вальнуть. Самурая. Ну, а добить-то что, не смог? Встал, посмотрел на него, полюбовался, блин. На тебе, поддых. Ага. Такой взял, да? По-дружески я приобнял, на тебе, нашинковал его этими лезвиями. Так, окей. Еще три битвы. Ну, а на той битве там уже понадобится сам Пим, потому что это как и в Шуре. Там нельзя было по-другому. Эти его нападения, они просто, чтобы отвлечь нас. Да, это хорошая новость. Может, объяснишь? Альтрон чрезвычайно умен, однако мыслит в одном направлении. Он фиксирован на цели — захватить мир и уничтожить человечество. И если бы у него был 100% надежный план, он бы не стал тратить на нас время и ресурсы. Он просто уничтожил бы мир, а вместе с ним и нас. Хэнк, я думал, что Рид совсем не умеет преподносить хорошие новости. Но ты его переплюнул. Объясни нормально, а что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что Альтрон пытается помешать нам разрушить его планы. Он боится. Ну... Слушай, иллюминанты, это знаешь, что, наверное, это гений. То есть Железный Человек был гений. В фантастической четверке вот этот мужик, он был гений. Получается, Пим этот тоже гений. И кто у нас там четвертый? Росомаха? Ну, я бы не сказал, что Росомаха гений. Вот этот вот. А вот эти, да, эти все ученые. Что-то объединяет команда ученых. Ну, при чем здесь Росомаха? Такой еще муравейник. Чу-чу-чу-чу. Какие-то летающие муравьи. На, отдуплился. Так, ну что, можно ускорять. Мы уже посмотрели все основные удары. Нормально. Так, ракеты.
Черт бы побрал. Танк еще такой, брелок, ты видел, да? Джиггернаут, ну ты-то откуда лезешь? Блин, пропустить. Зачем пропустить? Надо было скорость. А, я все время это забываю сделать. 12 тысяч. Нормально мы наберем с тобой этих для Иза. Так, и, по-моему, последний, да, поединок? А, еще два. Тони, ты установил заряды? Расставил репульсорные мины где только можно. А это точно необходимо? Альтрон решил сыграть с нами в шахматы. Ну ладно, я готов пожертвовать ценной фигурой ради победы. Он пытается взять нас тут, вынуждая защищать эту базу. Но если база не станет, то наши руки будут развязаны. Обнаружены взрывные устройства. Обезвредить, уничтожить. Чтобы этот план сработал, базу придется частично взорвать. Атакуйте роботов! То есть сейчас мы будем драться против приспешников Альтрона, насколько я могу понимать. Ну, они там не только одни будут. А в конце, скорее всего, будет Альтрон. Собственной персоной. Ага. Но это не надо вот нам этого лидера. Это зловещая команда, или как они там? Команда злодеев. Он в инвиз уходит, когда у него мало здоровья. Такую подножку сделал. На, поплеуху. Смотри, какая живучая команда-то, а? Срочная помощь. Так, минус один. Тут еще патриот этот. Намор. Куда он улетел-то? Что-то он пробухтел, бухтун. По-братски. Ну, я же говорил, будут альтроны. Ну, не альтроны, а приспешники его. Валим их всех. Это хил. Сейчас начнут бафаться, да? Ну, что-то еще как-то слабенько поударял-то, если честно. Ага. Так, невзначай. Раскрошил всю команду. Рид, все оставшиеся роботы сейчас на подземном уровне? Да, датчики показывают, что они собрались там. Куда мы их заманили? Выхода оттуда нет. А значит, действуем. Устранить Творца, уничтожить, Бубух. Эх, шикарный был комплекс. Потом купишь нам новый. Сейчас важнее найти Альтрона. Такой деловой, потом купишь нам новый. Нормально, да? Потом, говорит, купишь нам новый. Сфига ли он должен покупать-то вам? Молодцы. Ничего не скажешь. Все на него повесили. Так, ну что, последний поединок здесь у нас. Роботы Альтрона лишились цели для атаки и теперь носятся вокруг, как осы. Чей улей кто-то разворошил? Это нам нужно. Мой алгоритм проанализирует их траекторию и выведет нас прямо к Альтрону. А твой алгоритм установил, что часть роботов летит к посадочной площадке Квиджета. Это последний. Разделимся с ними и сразу рванем туда, откуда они прилетели. Это уже будет, наверное, во второй части, скорее всего. Да, в этой части мы Альтрона не поймаем.
Это однозначно. А чтобы начать вторую часть, нам нужен будет Пим. Да. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Да ускоримся, наверное, чуть-чуть-то. Нет, ну, Стрэнджа надо валить однозначно. Да. Так, эту надо ведьму... понял. У нее защита от смерти. Ну, этого можно было бы и не делать. Все равно защита. Можно было бы и обычными ударами. Я думаю, ее зафигачить. Да. Бум. Ну вот, минус еще один квиджет. Привет, народ. Вас куда-нибудь подбросить? А, Шури, ты как нельзя вовремя. Рад, что ты и твоя команда целы и невредимы. Взаимно. Вместе нам будет проще справиться с угрозой. Не знаю насчет проще, но точно намного теснее. Еще и Старк тут со своим огромным бронекостюмом. Тони, может, ты снаружи полетишь? Заодно поможешь отбиться, если роботы нападут по пути. Эх, только я удобно устроился. Тесно им, понимаешь. В общем, полетит сзади. Такой, ты главное полети. Вдруг роботы полетят, прикроешь там типа. Угу. Так, Хэнк Пим. Ну, смотри, здесь уже нам понадобится... Да, ребят, здесь нам уже понадобится сам Хэнк Пим. Мы не сможем дальше здесь проходить события. Я говорю, это точь-в-точь, как и здесь, как и с Шури. Нет у тебя Шури. Черной пантеры, нет у тебя дальше продолжения. Обидно, но факт. И с этим ты ничего не поделаешь. Так, хорошо. Что я хотел, ребята, сделать? Я хотел тут немножко приобрести... ДНК. Так, вот. Надо мне эту докачивать. Бабенку. До 300-го, по идее, уровня. И, подожди, у меня... Ей нужно 15-й, она 14-го. Так, давай улучшать. Так, надеваем, что надевается, короче. И, подожди, кто же еще-то из этой команды? Сейчас гляну. Кто еще из этой команды нам нужен? Подожди, я сейчас... Я кого сейчас прокачивал? Что-то я не понял. Я не то, что ли, прокачал, что надо? Я немножко из другой команды, да? Так, здесь. И здесь. Тут тоже надо. Улучшаем. Но. Надевай ты свои тряпки, шмотки эти. Что ты там барахлишь-то? Издевается просто, а? И последний, это кто? Это Роук. Блин, ну на Роук дофига надо. Так, улучшаем. Ну что, команда, в принципе, ребят, готова для дальнейшего события.
Все получили 15 уровень. Подожди, а кого же я там тогда-то прокачал? Что-то я не могу понять, для кого? Что-то как-то... Кого я тут прокачивал-то? А, я прокачивал Титанию. Тьфу ты. А, Титания-то нам... Титания... Подожди. А Титания у меня в какой отряд-то входит? По-моему, сюда она входит же, разве нет? Или вот сюда она входит? Подожди, я что-то не могу понять. Нахрена я вообще качал Титанию? Я не могу понять. Она же в команде с этим должна быть. Ладно, фиг с ним. Погнали, попробуем здесь, ребят. Так, Роук и Гамбит возвращаются к поместью Икс, чтобы отдохнуть после серии тяжелых заданий. Поместье Икс, верхний Нью-Йорк. Ну и ну, дорогуша, это последняя партия оскверненных, что-то с чем-то. Я совсем устал одрать им задницы. Я-то думал, что теперь, когда Ультимуса и Думы больше нет, они станут попроще, но ты права. Шерри, они явно не лыком шиты. Так или иначе, я валюсь с ног. Этой южной красавице нужен короткий сон, чтобы прийти в себя. Если что, я буду в кровати. Могу составить тебе компанию. Хорошая попытка, красавчик, но это одиночное задание. Так. Посмотрим, друзья мои, что нас тут поджидает. Этих ребят я только что прокачал на ваших глазах до 15 уровня. Это необходимый минимум, так скажем. И какие враги меня сейчас тут будут поджидать, я ума не приложу. Но мы глянем, посмотрим. Так, ну я уже вижу, ребята, первого. Ой-ой-ой, тут и пустельга. Да. Дело дрянь. А чё это-то? Гамбит-то не работает. Вот. А этот провокацию возьмет, гаденыш. Так, минус пустельга. Это надо как-то хильнуть. Надо Шури, ребята. Надо Шури убирать. Да ё-моё, этот со своей провокацией, блин. Чё на сердечке-то выпускает все? Выпускает, выпускает. Блин, ну это и совсем мало здоровья. Что-то какой-то самый минимум, блин, надо Шури. А, все, ее подбили. Если бы нахильнулась бы хотя бы. Этот провокацию взял, да? Ёпрасте, тут еще оказывается, блин, не все. Но я так понимаю, здесь нет хила, да? Поэтому этой нашей танцовщице будет кранты, блин. Ее никто захилять не сможет. Получается.
Роук тоже как это... Не знаю. А фиг ли нам без хила делать? Вот этот парень крутой, блин, на самом деле, тебе говорю. Псих этот циклоп орёт. Ну, я же говорил, уберут ее отсюда. Да, команда без хила, это, конечно, не команда вообще. Ну, что это такое, ребят? Это, конечно, не дело. Что мы не могли даже отхилиться. Блин, у нас тут еще и ослепление висит. То есть я в любом случае не попаду. У него еще две защиты от смерти. Мне кажется, ему почему-то кранты сейчас будут. Нет. Ух, я вся на нервах от этого постоянного мордобоя. Сна ни в одном глазу. Эй, народ, есть кто-нибудь? Я отослал учеников Роук. Так они будут в безопасности. Скотт, что происходит? В безопасности от кого? От тебя, Роук. Не знаю, осознаешь ты или нет, но ты опасна для общества. Я говорила, что ей нельзя доверять Саммерс. После всего, что она со мной сделала... Кэрол, это было так давно, я говорила, что мне жаль, что... Сдавайся по-хорошему, или мы будем вынуждены применить силу. Да, я хотел, честно говоря, на 3 звезды пройти, но никак не на 2, ну фиг с ним. Это я уже буду потом перепроходить, никуда от этого не денешься. Но было бы лучше, если бы сразу бы прошел. Да, я не спас эту танцовщицу, хрен его знает. Без хила... Так, ох, тут команда тоже, ребят. Еще та. Не понимаю, что вы делаете. Мы ошиблись, приняв тебя в свои ряды. Ты была одной из людей Икс. Мстителем. Но в душе ты так и осталась злодейкой. Такова твоя природа. Ты даже не можешь ни с кем сблизиться, не навредив ему. А мы позволили тебе сблизиться с нами, и очень зря. Я не стану стоять смотреть, как вы втаптываете в грязь все годы, все те годы, что мы провели друг с другом. Хотите драки? Хорошо, будет вам драка. А что действительно происходит-то? Я не могу понять. Что они, что Роук сделала? И кто она, вообще кто она такая? Откуда она взялась? Кто-нибудь не скажет? Я, например, не знаю. В Снэпе видел ее, да? А кто она такая? В каком комиксе она была? Без понятия. Я знаю, что вот здесь команда паршивая, блин. Очень паршивая. Да я даже не знаю, за кого взяться. Да, эти стрелки еще. Она сплясала, замедление повесила. Бесява вот эта вот, конечно, баба. Провокацию, да, взяла, значит? Что-то пахнет дело керосином, по-моему. Ну да. Что-то вообще как-то мою тут команду разметили. Наносит так, накладывает ослабление. Давай так, наверное, все-таки сделаем.
И в нее бомбят все. Пипец, эта танцовщица вообще ни о чем, ребята. Просто ни о чем. Ее разматывают здесь налево и направо. Извините, конечно, меня, но это трэш. Сейчас и этого завалят. Тут, короче, все мне ясно. С этой командой Гуфи, блин. Ну, я, ребята, повторяю, это был минимум, который мы с тобой прокачали до 15 уровня, это понятное дело. Ну, вот что за команда без хилов, я не понимаю. Почему эта команда без хила? Нету хиллера здесь. Как бы это немножко прям напрягает. Ну, что я вру? Кого я обманываю? Немножко, немножко она, ребят, напрягает меня. Тут Рок, походу, дела кранты, да? Эти сейчас будут в ответку стрелять. Мои две защиты от смерти здесь не помогут. Ну да, да. Чё-то он вообще не может ничего здесь сделать. Гамбит наш. Хотя этот чувак крутой. Серьезно тебе говорю. За каждое действие он бомбит картами. Это, конечно, круто. Но почему-то такая слабая атака. Или враг слишком сильный. Я, кстати, не посмотрел, какого уровня. Чё-то он даже он эту дуру не может пробить. Только сейчас пробил. Сколько он времени-то потратил на это? Да нет, гамбит, сдавайся, все. Нам тут не одолеть. Я сейчас посмотрю, какой у них тут уровень. Что-то уж больно как-то круто. Больно круто, я тебе скажу. Надо глянуть уровень. Так, какой там? 154, 143. Ну да, ребята, 117, 125, 133. Ну, хотя бы было бы 150 бы. Давай попробуем здесь, я не знаю, получится у меня, нет. Итак, воины паутины. Да, это наше официальное название. Комментарий не принимается, пора действовать. Это и есть апокалипсис? Сильно стоит беспокоиться. Не похоже, что он серьезный злодей. Серьезнее не бывает, главное держаться вместе. Питер, ты в порядке? Ну, вроде да, но что-то не так. И дело не в паучьем чутье, я чувствую себя таким слабым. Не благодари, солнце, сейчас от вас и мокрого места не останется. Опять же, это команда, ну давай посмотрим, что у нас из этого получится. Может быть, ничего хорошего. А может быть, наоборот, получится все. Сейчас глянем. Я не вижу уровня у них. Не показали мне. Сразу вижу, что задебафили нас капитально, ребята. И урон она получала я не кислый. И как всегда. Да-да-да, начинается вот это вот. Возня, бомбить самого слабого. Ну что-то прям вообще никак. Давай без хилов только. Бесячие эти пауки, блин. Да бей ты уже ее, блин, в конце-то концов, но...
висячую швабру эту. В кого тут бомбить? Вообще что не попал? Ну это крышка, ребят. Это все, это хана ей. Сдохла, блин. Короче, ребята, самый минимум не тянет здесь. Ну вот вообще не тянет и все. Ну, отсюда делаем выводы, что их нужно прокачивать. Меня больше всего раздражает в этой команде, ребята, что нету медика. Ну как так-то? Вообще в любой команде должен быть какой-то хил. Может, танцовщица хил, просто она не выживает. У меня просто других нету. Роук, она точно не хиллер, по-моему. Может, я что-то не знаю. Этот сокол со своим, блин, своей провокацией бесявой. И опять та же самая команда. Ну все, тут нет, ребят. Против команды пауков. Тут еще и Титания здесь. Ну, и вообще зашибись. Ладно. Буду знать, что мне надо будет прокачивать эту команду дальше. Хотя у меня, блин, еще и с этими, с халками там тоже, ребят, проблема, блин. Мне их надо, блин, прокачивать. Да, Роу, крышка, ну и, соответственно, здесь тоже крышка. Слишком слабая, слишком мало, мало мощей у них. В общем, их надо... Ну, они мне не нравятся. Эта команда мне не нравится, ребята. Мне вынужденно надо будет ее прокачивать. Просто вынужденно. А я ее терпеть не могу. А чтобы дальше играть, блин, хочешь не хочешь, тебе придется ее качать. Как это противно, а? Хочешь не хочешь, а надо качать. Вот с этими схалками тоже, ребята, блин, я не могу здесь пройти последний этап. И все здесь... А, второй этап. Не могу, ребят, просто не хватает мощей. Тоже нужно прокачивать. И этих, и тех, блин, хоть разорвись. Так, ладно, что у нас тут? Заберем награды. Заберем награды. Так. Там по ежедневкам сейчас тоже соберем весь лут. Так. Там у нас получается, что Иза 50 ДНК. Так, тут одна сфера. Естественно, ее тратим. Так, может быть, выпадет миллиончик. Да какой там миллиончик тебе выпадет, конечно. Жди. Я вообще забыл, ребята, чтобы здесь какой-то миллиончик тебе выпал. Никакого миллиончика. Так, еще 4. Ну, это понятно, это осколки персонажей. Глейв. Ну, только самурай мне не нужен. Так, здесь что? Угу. Давай здесь потратим, наверное, и... Честно говоря, даже не знаю, на кого тут тратить. Просто элементарно не на кого. Снаряжение био, снаряжение для мутантов. Давай для Бью, я не знаю. Потратимся чуть-чуть.
Ну. Ну давай ты открывайся. Ну что ты там зависаешь? Так, и, наверное, немножко сюда. На мутантов. О, все, да? Так, последний это, наверное, на самом низу у нас. Окей, здесь что у нас? 14-15 категория и бирюзовый. А, ну давай сразу 4 откроем. 14-15 категории. Так, содержит синее снаряжение. Так, все, да? Здесь у нас не хватает. 2600, мне нужно 2800. А, 2700 даже. Я могу сюда потратить, если прям аж прибьет сильно. Я думаю, что у меня... Давай, бог с ним. Так, здесь я уже протратился чуть-чуть. Не знаю, стоит ли покупать черного рыцаря. Или все-таки сэкономить? Я, наверное, сэкономлю, ребят. Так, покупаю из-за... Так, сюда. И здесь. Аж 29 миллионов этих кредитов у нас на ИЗА. Так, теперь тут. Кристаллы получили. Так, для буянов, для сдерживания. Ну, давай для сдерживателей. И для буянов. И для... Для протекторов. Для защитников. Ну, давай, что нам там выпадет. Понятно. Так, здесь все. Здесь все. Бонус. Подожди-ка, кстати. Халк. А, не хватает вот этих кредитов, блин. И всего, сколько у меня их? 92, нужно, блин, 180. Не могу прокачать, хоть ты тут тресни. Просто не могу прокачать, и все. Тут то же самое. Сто тридцать три, 117, 80, всего лишь 80, да, 2000 ксили. Вообще ни о чем, ребятушки, просто ни о чем. Ну и по большому счету некуда мне тратить. Некуда и нечего. Потому что ничего нету. Так вот скажу тебе. Гвенпул, да? И получается, что все. Блин, я эти до сих пор не потратил. Давай здесь потратим, фиг с ним. Заодно вот так вот сделаем. Объединяшку. Найти. И вообще ни одной не нашел. А, ну давай тут
Что за политика такая, да? Вообще не дают ни одной. Молодцы, конечно, красавчики. Так. Поехали. Дудки тебе. Вот, уже выпало. А здесь найдем, как думаешь? Нашли. Окей, нашли так нашли. Так, а куда мне эти потратить? На кого? На танцовщицу? Давай на Фантомекса. Ну, 12. Двенадцать и восемь. 12,8 и Титания. Блин, а куда же мне Титания-то нужна? Почему я на нее... Почему я ее в поиске вкачивал? Титания, вот это хламон. Куда-то они там нам... Куда-то события, что ли, или что-то такое. Не могу, ребят, вспомнить просто. Но куда-то они нужны. Давай в Колоса вложимся. Сколько там? 80? Конечно. Прям нам так и дали. Так, в рейдах, в рейдах, в рейдах, все в рейдах. Понятно. Что у нас тут? Две сферы. Да надо было сразу две открывать. По одной что-то мучиться-то, если честно. И последнее. Это у нас, понятно, красная сфера. Так-с, что у нас тут? Ага. Здесь понятно. Добираем тут. И тут. И здесь еще. Так, ну в принципе, друзья, наверное, все, да? Наверное, все. Больше нам тут, если честно, и делать нечего. Все, что можно было, я собрал. Так, здесь воевать бесполезно. Здесь, по-моему, откаты у нас до сих пор еще, да? 1 час 8 минут. Ну да. Но здесь награды, ребят, хорошие, солидные. Особенно вот этот, который дает нам кристаллы. Тут, конечно, прям такие смачные, ребят, награды. Получать их тяжело. Я на этом 11 этаже застрял. Вообще-то я доходил до вот этого. Здесь я пожарил персонажей, сдулся. И вот теперь, блин, топчусь тут. Как не знаю кто. На месте. Ничего сделать не могу, блин. Пробиться не могу. Персонажей не хватает. Именно каток не хватает. Вот. Из-за этого все как-то получается через одно место. Ну давай ты открывай. Здесь там закончишь, тут что-то появляется. Там еще где-то появляется что-то. Вот так вот на этих можно прыгать почти до бесконечности, ребят. Тут
там что-то приоткроется, тут здесь какое-нибудь задание сделал, что-то приоткрылось, блин. Сейчас рейды сделаешь, еще задание откроется. А, кстати, в рейдах что у меня там, если посмотреть? Так. Да, это понятно. А, вступить у нас все заново. Ну, чё же. Я, ребят, на автобое, на быстром делаю. Седьмая красная звезда для Ронина. Ну, для Ронина, да, звезда красная, хорошо. Ронин — это тот же самый наш этот стрелок. Потом он стал Рониным, мстителем, так скажем. Но... Так, и последний поединочек. Я даже команду не меняю, ребят. Так, иду напропалую. Что есть, потому что я здесь всех бомблю. Так, ну что, забирай задание. И, наверное, все, ребятушки. Будем на сегодня закругляться. Так, вот эти кредиты бы, конечно, хотелось бы получить, чтобы этот. А до уровня сколько осталось? Слушай, совсем немножко, ребята. 11 тысяч. И будет левел ап. Это будет 99-й. А сотый — это максимальный. Если я не ошибаюсь. По-моему, сотый максимальный. Все, все, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.